Добрый вечер, здравствуйте. У Эдуарда Анатольевича Хиля была песня «Любовь моя, тебя зовут любовью». Светлана Иванова, автор текста, романса «Верю, надеюсь, люблю». Она попросила написать на ее стихи, у нее хорошие стихи, и она готовила диск, попросила Юру написать несколько романсов. Вот этот романс. И сейчас следующий прозвенит тоже, прозвучит на стихи Светланы Ивановой. Он называется «Ты не изменишь той души». Мёд и яд возьми.
освещается в нем.
слова. Это и «Серебряный век», и программа новая. Она называется «Приходи на меня посмотреть». Это большая такая музыкально-поэтическая поэма. Его сейчас три романса из этой программы. Первый романс называется «Первая встреча». О тебе вспоминаю я редко, и твоей не пленяюсь судьбой, но с души не стирается метка незначительной встречи с тобой. Красный дом твой нарочно миную, красный дом твой над мутной рекой. Но я знаю, что горько волную твой пронизанный солнцем покой. Пусть не ты над моими устами наклонялся, моля любви. Пусть не ты золотыми стихами обессмертил томленье мое, я над будущим тайно колдую, если вечер совсем голубой, и предчувствую встречу вторую, неизбежную встречу с тобой. Таинственная млела, блуждал прозрачный ветер по горам, и озеро глубокое синело, крестителя нерукотворный храм. И давно мне закрыта дорога иная. Мой царевич в высоком Кремле. Обманули его, обманули, не знаю. Только
ложью живу на земле. Не забыть, как пришел он со мною проститься. Я не плакала, это судьба. Ворожу, чтоб царевичу ночью присниться, но бессильна моя ворожба. Оттого его сон безмятежный, мирен, что я здесь, у закрытых ворот, и уже светлоокая, нежная сирен над царевичем песню поет. Присуги голоса.
Называется этот романс «Горящие письма», а исполнит его лауреат международного конкурса солист Москонцерта Павел Диденко. Я дождь.
безумный шаг. Быть может, роковой. Дари мне счастье, подари.
весь воспел ты радостно. Поднять бокал, затеть спор. И главное, что еще много нас за этой чаркой до сих пор. И радость том, что еще много нас за этой чаркой до сих пор. Пошли.
говорю, может, хватит? Он говорит, давай себя. Хватит? Сила гитары плюс. Спасибо за то, что вы сегодня потратили этот вечер
на мой концерт. И огромное спасибо моим коллегам. Я хочу выразить благодарность. Это, конечно, мой учитель, заслуженный артист России Андрей Гарин. Спасибо, Коля, я его называю на «вы», так как он мой учитель. На профессиональной сцене он мой первый учитель. До профессиональной мой отец и брат. И, конечно, замечательным певцам это заслуженная артистка России Любовь Исаева. Солист моего концерта и лауреат международных конкурсов Павел Диденко. Он эти романсы выучил буквально за два дня. И, конечно, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, замечательный саксофонист, солист Москонцерта Александр Новиков. Ну и, конечно, вы, потому что нет вас, нет нас. Спасибо большое. Приходите еще на концерт. До свидания.